ты шерая лошадка, чому рысью не бяжешь? Чернобровая моя девчиночка, что за смученая сядешь? Чернобровая моя девчиночка, что за смученая сядешь? В Оршанском районе одним экипажем достигнут рубеж в 2000 тонн зерна урожая 2018 года. И сегодня мы чествуем передовиков двухтысячников и лучшего водителя на отвозке зерна уборочной страды, тружеников Золотой Нивы, людей щедрого сердца и богатой души. Это зерноуборочный экипаж сельскохозяйственного филиала селекционно-гибридный центр Заднепровский, открытого акционерного общества Оршанский комбинат хлебопродуктов. Во главе с комбайнером Александром Андреевичем Комаровым и помощником Алексеем Александровичем Бедневым, которые намолотили на сегодняшний день свыше 2000 тонн зерна. Не подвел и водителя на отвозке урожая Зайцев Андрей Евгеньевич. Мы традиции оршанской земли сохраняем, передовикам каравай вручаем. Знаете, очень быстро пролетело время, почти год, с того времени, когда мы год назад чествовали также двухтысячников. И, наверное, сколько бы не было жатвы, а вот мои коллеги, конечно, у кого-то и десятки уже действительно таких вот периодов, когда концентрируются все силы, когда все силы даются для того, чтобы убрать хлеб, все равно всегда это волнительно. Но при этом мы понимаем, что вот эту главную пару года, уборку урожая, мы все однозначно сконцентрируемся и выполним в лучшие сроки с наименьшими потерями. Может быть, это звучит банально. Но вместе с тем это так. И то, что вы видите, постоянно глава государства Александр Григорьевич Лукашенко обязательно в центре внимания у него жатва. То, что губернатор области Николай Николаевич Шерстнев, районные власти, профсоюзы, руководители хозяйств, все вместе создаем условия для того, чтобы действительно был убран качественно и в срок хлеб. Я думаю, что однозначно у нас вместе получится собрать больше 100 тысяч тонн. Я очень благодарен всем тем, кто убирает урожай. И в первую очередь, ребята, конечно, вам. Спасибо вам огромное. Я хотел бы пожелать, чтобы у вас вот эта жажда именно убрать как можно лучше и больше урожая, она сохранялась все время. Спасибо вам огромное. Спасибо. Оршанщина всегда была основной житницей нашей Витебской области. И особая задача, поставленная перед районом, район выполняет. Но без людей, без этих вот ребят, которые от зари до зари сначала сеяли, сейчас убирают, ничего бы этого не было. И сегодня особый день, когда мы чествуем в области второй экипаж. Первыми немножко они раньше начали убирать, это получилось на Лепещине, экипаж Алексеенко 2000 тонн. Ну и вот здесь, значит, мы вновь встречаемся с нашими передовиками, тоже 2000 результат уже достигнут. Я думаю, что у ребят не только 3, но я думаю, и по помощью и представлении площадей, они 4000, потому что в прошлом году уже 4000 было на Оршанщине, планку нельзя опускать. Поэтому желаю вам успехов, чтобы все это зернышко было собрано, чтобы все получилось, техника не подвела, здоровье было при этом, всех благ. Ну и, конечно, без отвозки, без организации людей ничего у них не получилось. Мне спасибо также за работу. Спасибо за труд. Пошел с диплом. И так далее.
Да, 3000 водителей, 4 тысячи водителей. Еще сегодня в структуре у нас уже тысячников, тоже 4, кроме вас есть, которые убрали свыше 1000. Они работают немножко более, так скажем, в других районах. Это и Толочинский район, это и Дубровинский район. На птицефабрике они работали. Но вам выпала честь именно на своем работать предприятии. Я прошлый раз говорю, еще раз повторюсь, и 3, и 4 тысячи – это не предел. Мы должны этот рубеж преодолеть, 4 тысячи. Плюс в хозяйстве еще есть посевные площади кукурузы, где тоже вы должны своим комбайном, потому что только хорошие импортные комбайны могут качественно убирать кукурузу. Поэтому перейти на кукурузу и там еще тоже добиться результатов не меньше, чем добьетесь вы здесь уборки зерновых. Поэтому вам удачи, терпения, везения, чтобы у вас все получилось. Мы будем рады вас всегда приезжать, чествовать, всегда поддерживаем вас. Побачьте, мы ж еще не старые, за лихватские бравые киня, запеем, где я будем скакать. Народа, вы кучей нам отчиняйте ворота.